мой папа, Крупин Михаил Яковлевич, был в армию направлен в 42-м году в ноябре месяце. Сначала отправил нас в деревню к себе на родину, а потом забрали его из города Мурманска. Он нам присылал очень часто письма, заботился о нас, переживал и очень часто писал письма отдельно маме, отдельно мне, дочери, отдельно брату. А потом было одно общее письмо и обязательно спрашивал, как мы, скучаем ли мы, вспоминаем ли мы его. Мы, конечно, никогда не забывали. Все, что бы мы ни делали в деревне, неважно, что были очень маленькими, помогали маме, ходили в лес за ягодами, у нас на первом месте стоял папа. Вот сейчас я прочитаю папино письмо. Здравствуйте, здравствуй, дорогая моя семья. Темочка, Нинуленька и Галина. 25 февраля я получила от вас 3 письма. И вот с того времени чего от вас не получал. Очень скучаю без ваших писем. Из писем понемножку узнаю, что вы живете более или менее сносно. И я не понимаю дальше. Сообщаю вам, что я на днях, то есть 17 или 18 марта сего года, ухожу в армию, поэтому живу, поэтому пишу, мне не писать. Я буду зачислен и вам сообщу свой адрес. В следующем письме я вышлю вам справки на получение пособия. 9 марта я вам переслал 500 рублей. Перевод письмо 508-1. Сообщите мне по новому адресу, когда и сколько вы получили от меня денег. Я вам снова переведу. Галина, я просил сообщить мне про брата Ивана и Николай. У него, видимо, было 3 брата: Павел, Иван и Николай. Но этих я уже была очень маленькая, поэтому этих братьев не помню. Вот. Напишите в следующем письме ваш адрес. Целую, папа. Вот еще одно письмо. Он очень любил посылать нам с открытками. И здесь песня «Синий платочек». Мы ее особенно берегли, потому что очень часто слышали по радио. 30 октября 43-го года. «Здравствуй, моя дорогая Данюся. Это письмо адресовано мне. Доня по-украински дочь». Поскольку мама была украинка, поэтому он угождал маме, поэтому писал Данюся. «Большое спасибо, что вы не забываете своего папу. На днях я получил от вас 3 письма и очень доволен, что вы все здоровы. За папу переживаете. Данюся, не беспокойтесь, папа тоже с каждым днем, папа тоже здоров, и с каждым днем все ближе и ближе к победе. Я надеюсь, Доня, что скоро встретимся, моя, встретимся. И вот тогда я без Дони и Темочки никуда не пойду. И кушать Данюся и Темочка будут у меня на коленях, как когда-то бывало. Когда же, Доня, я от вас дождусь фотографии.
Целую вас, ваш папа.